подходят к концу первые сутки нашего путешествия. Сейчас находимся на пути между Новокузнецком и Бийском. Трасса Новокузнецк-Бийск чисто регионального значения. Нету на ней ни кафушек, ни каких-то стоянок для отдыха. Два раза пытались съехать в поле и встать на ночевку. Но вокруг были одни поля. То сенокосные, то дречишные, то еще какие-то. Ну и в конце все-таки нашли место около небольшого озера. Оно оказалось частным. Но мы как-то проехали, никто нас не остановил и никто нас не побеспокоил ночью. Утром встали, быстро снялись с этого озера, выехали на трассу, позавтракали и снова в путь. Впереди предстоял довольно долгий и нудный перегон на расстоянии около 560 километров. Доехать мы планировали до турбазы Можой, где были у нас забронированы домики. Там мы должны были встретиться с друзьями, которые ехали параллельным курсом на двух Volvo XC90. Зная, что мы идем с привычным опережением второй группы по времени, мы не торопимся. Останавливаемся на местных достопримечательностях, отдыхаем. Через каждые 2-3 километра ограничение скорости 60-70 километров. Это напрягает. Недолго наслаждались четырехполосной дорогой. Дорога снова двухполосная. Особенно оживленный участок дороги был от Маймы до Своротка на Чимал. Основная масса туристов ехала именно туда. Также попали весьма приличную пробку из-за ремонта моста. Мы простояли в ней буквально 50 минут, а вот эти ребята, думаю, страдали намного дольше. Подъезжаем к мосту через Катунь. Она будет слева и справа. Время 13:30. Движемся к Семенскому перевалу. Пообедали в кафешке придорожной. И сейчас поедем дальше. Куча народу остановилась на перевале. Точнее, после перевала. То ли грибы собирают, то ли шишки. Мы и сами набрали немножко шишек. Проехали поселок Ангудай, который был основан в 1630 каком-то или 20 каком-то году. И подъезжаем к перевалу Чикитаман. Довольно-таки интересный перевал. Поднимаемся на перевал Чикитаман. Самый такой живописный перевал. Дорога пробитая сквозь скальные породы. Строителям пришлось переместить более 500 тысяч тонн грунта, взорвать около десятка скал, чтобы расширить и насыпать дорогу. Новая трасса была введена в строй в 1984 году. Высота перевала 1295 метров. Подъем и спуск длиной 4 километра. На вершине перевала есть смотровая площадка. С 1996 года перевал объявлен памятником природы Республики Алтай. Внизу кузов от машины. Никто и доставать не стал. Когда она улетела, туда неизвестно. Перевал Чикитаман. Вид сверху, видимо, на старую дорогу. Спускаемся теперь вниз, в сторону поселка Акташ. Из многочисленных речушек вдоль трассы. Вот едем вдоль Катуни. Справа нависают скалы, слева река.
узкие речные террасы. Их происхождение до конца не установлено. Существует несколько версий их возникновения. Одна из основных – мощнейшие паводки и огромные потоки воды, сходящие с ледников в древние времена. Они несли с собой огромные валуны, камни, глину и песок, в результате чего периодически образовывались огромные озера. С течением времени морену размывало, и плотина, не выдержавшая напора, сбрасывала в воду, а на месте озер оставались слои рыхлого материала, принесенного водой. И после каждого сброса воды на месте озера образовывались ровные площадки, а река, уже более спокойная, пробивала себе путь дальше. Слияние Чуи и Катуни. С Чуи идет вода коричневая, по Катуни идет молочная. Новый мост через Чую. Поселок Инигень. На 744-м километре Чуйского тракта стоит монумент, посвященный мужественным шоферам Чуйского тракта, которые, преодолевая перевалы и бомы, работали в горном Алтае. Раньше там на груди камней был установлен руль и сваренные части автомобиля. Их установили 7 романтиков. Николай Ковалев с друзьями в честь Кольки Снегирева, героя легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». По легенде, Колька Снегирев разбился, слетев с Чуйского тракта, когда обгонял на машине Амафорт своей любимой девушки. Если подняться в гору по асфальтированной дорожке, то можно увидеть участок старого Чуйского тракта и пройтись по нему. А если вы на джипе, то еще и проехать. Но дорога таит в себе множество опасностей. И встретиться в этот день нам было не суждено. Наши друзья пополнили сводку ГИБДД еще одним ДТП. Но об этом мы узнали только в Акташе. Узнав, что в данной ситуации помочь им никак не можем, останавливаемся на берегу речки Чуи, неподалеку от турбазы Можой, где мы должны были встретиться. На берегу реки Чуя мы разбили лагерь. Проснувшись рано утром, я поехал снимать рассвет в Курайской степи. Это была одна из обязательных локаций, которую я хотел посетить в этом путешествии. А следующий день нас приятно удивил и порадовал. Но об этом я расскажу в следующей серии.